Цены на топливо в Молдове продолжают снижаться. В среду литр бензина будет стоить не больше 31 лея 69 банов за литр. Это на 24 бана меньше, чем во вторник. Дизельное топливо подешевеет на 25 банов. Его будут продавать за 29 леев 36 банов за литр. Такой потолок цен установило Национальное агентство по регулированию в энергетике. Топливо дешевеет с конца июня. По данным НАРЭ, это связано со снижением котировок на горючее на международных рынках. За последние две недели 95-й бензин стал дешевле на 1 лей 24 бана. Стоимость дизельного топлива снизилась на 2 лея и 85 банов.